Семен! Ребят, вы где? Федерации, Приморский городской суд, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, признать виновной. Выслушав обвинения и доводы защиты, приняв во внимание смягчающие обстоятельства, суд счел возможным переквалифицировать статью обвинения со 111 часть 4 на 108 за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, и приговорил Кручинину Викторию Александровну к наказанию с отбыванием в колонии общего режима сроком на 2 года. Откройте, пожалуйста, мне плохо. Я прошу вас. Кирилл! Эльвира по ДК бегает, от злости как собака на всех рычит. Ты мне, Юлька, ее не сбивай. Это тебе с твоими тройками все равно. А у Вики золотая медаль. Ей в институт готовиться надо к экзаменам, а не бегать голышом по всяким конкурсам. Бордель в городе устроили. Ай, срамотища. Бабуль, ну не срамота это конкурс красоты. Такие, между прочим, по всему миру устраивают. И в Америке, и в Бразилии, и в Европе. Теперь вот у нас. За первое место, между прочим, премия. А деньги нам пригодятся. Я не знаю, как там в Бразилии. А у нас ни один порядочный парень вас замуж не позовет. Да, даже с премиями. А деньги у нас у самих имеются. Ничего. Я вот все лето туристам сувениры продавала. И от постояльцев накопилось. Вот. Василиса Тимофеевна! Василиса Тимофеевна, постояльца возьмете? А то у меня все занято. А, я там к вам привела. Возьмете? Возьму. А что не взять? Как раз у меня прежние съехали. Спасибо, 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 Иранушка. Значит так, почистишь рапаны и домой. Заниматься. Поняла меня? Поняла, бабуль. Ну вот все, пойдем, Иранушка. Чего это она так разбушевалась? Это еще что? Когда я только про конкурс первый раз сообщила, такое началось. Она потом всю ночь валерьянку пила. Пришлось сказать, что на конкурс не пойду. Ну, правильно. Конкурсов еще много будет, а бабушка у тебя одна. Единственная родственница, ее беречь нужно. Ты глянь. Привет. Привет. Как тебе тачка? Суперская. Папин драндулет-то? Че это папин? Мой. Он мне его подарил. А-а-а. Поехали, прокатимся. Такое, небось, даже в глаза не видела. Глаза-то не видела. Но вот когда сам на такую заработаешь, тогда, может, и прокачусь. Да, и когда трезвый будешь. Да нет, что-то я не понял. Она тебя братанула, что ли? Да пошел.
Ладно, Вик, хорош, пошутила и хватит. Поехали. Куда ты меня тащишь? Да поехали. Куда ты меня тащишь? Ты что? Отпусти! Да что ты делаешь-то? Отпусти меня, больно! Отпусти ее! Хорош. Тихо, ба! Пусти ее! Ты бил ее как трещ! Сейчас трезну в ответ на часть развалит. Слезайте отсюда! Я не поеду с тобой никуда, слышишь? Люди, помоги! По закону, кстати, я дождусь, увезу и сделаю с тобой, что захочу. И ничего ты мне не сделаешь. До вечера. Господи! Если ты думаешь, что твой отец начальник... Ну ты даешь, Даня, молодец! Я ему первое скажу, что он бандюгу вырастил! Бандюга! Тюрьма по тебе плачет! Пойдем, бабуля. Ну все, идем. Бандюга, ты у меня на конкурс не ногой! Пойдем, успокойся. Бандюга! О, Господи! Нависался на нашу голову. Бандюга. Вик, тогда можно я твое платье на конкурс одену? Надевай, конечно. А мне Данила нравится. Я бы все отдала, если бы он хоть раз на меня так посмотрел, как на тебя смотрит. Я поверить не могу. Неужели ты совсем ничего к нему не чувствуешь? Юлька, ты меня уже 100 раз спрашивала, не нравится он мне. Боюсь я его. Как платье-то? Не узковато, а? Зато секси. Чуток выпирает, конечно. Но зато все правильно подчеркивает в нужных местах. Но ты точно на конкурс не пойдешь? А чего это тебя так волнует? Все говорят, ты первая на титул «Мисс Приморский». Тебя не будет, может быть, я это место займу. А Данила... На королеву красоты, да еще и в таком шикарном платье. Точно внимание обратит. И тогда он никуда от меня не денется. Да, только я не понимаю, что ты в нем нашла. Нормальных ребят целый город, а ты выбрала его. Какой-то наглый, самовлюбленный хинтюк. Вик, зачем ты так говоришь? Да он немного разбалован. Немного. Но он хороший. А в моих умелых руках станет еще лучше. Ну-ну. Красивый какой. Да, тоже мне принц. Местного разлива. А мне другого и не нужно. Вот выйду за него замуж и нарожаю детей. А ты что, все о заезжем кавалере мечтаешь? Ну ладно. Свою любовь я пока не встретила. Но я... Точно узнаю его. Даже если он вон с неба упадет. С неба! С приездом. Как долетели? Погода в Москве хорошая? Моросит. Хозяина веди. Погода в Москве. Азамат Закирович ждет вас. У нас с вами совместный бизнес. Несколько магазинов, турбазы, пансионат. Это известно. Не надо перечислять. В чем проблема? Ваша доля в четверть. А вы, ничего не делая, забираете от доходов большую часть. Это несправедливо. Чего он сейчас сказал? Слушай, не ты ли к нам приполз, когда твой бизнес-то загибался? Тебе денег никто не давал, мы и дали. Да все нормально. Кинуть нас решил, да? Как можно? С моей стороны, это было бы черной неблагодарностью. У меня есть хорошее предложение. Я хочу выкупить вашу долю. Цену назовите. И разбежимся. Значит, в самые тяжелые годы, когда твои дела шли плохо, мы тебе были нужны. А как бизнес стал процветать, ты решил нас бортануть, так что ли? Не жирно, дядя, а? Я заплачу вам столько, сколько вы захотите. За дураков нас держишь. Мы не для того вкладывали деньги в бизнес, чтобы потом от него отказаться. Хочешь откупиться? У тебя денег не хватит, даже если ты все продашь. Давайте без угроз. Поговорим конструктивно. А я не угрожаю.
Я просто говорю, нехорошо ты поступаешь. Не по совести. Подумай об этом. Как улитки моргают, знаешь? Вот так. Азамат Закирович, как вы думаете, они пойдут на наше предложение? У них выбора нет. Чего делать-то с ним будем, а? Мы? Ничего. Федор Алексеевич. Добрый день. Каким ветром занесло? Дело есть тебе. Конфликт порешать надо. А, конфликт, говоришь? Да ладим, конечно, не вопрос. Конечно, помогу. И вот спасибо здесь. Тебе. Я сейчас подъеду. Нет, сейчас нет. Сейчас я занят. А давай вечером в клубе. Там банкет, ну, вроде как для своих. И там перетрем. Ладно, договорились. До встречи. И вот здесь. Да, лады. Ну, что ты мне все? Видишь, я разговариваю. Маней, все, давай иди. Все завтра. Видишь, как хорошо, что ты на этот конкурс не пошла. Вот теперь этот Данила тебя точно не найдет. Только бы сюда не приперся. Давай закроемся и сделаем вид, как будто нас дома нету. Только бы окна не побил. Пусть попробует. Мы милицию вызовем. О, отец его отмажет. Он все его безобразие покрывает. Ой, Господи, как хорошо, что ты поступать уезжаешь. Будешь учиться, а он, глядишь, поостынет и забудет тебя. Вот. А о деньгах не беспокойся. Вот. Тебе на время учебы. Не хватит, я еще пришлю. Только здесь совсем мало, бабуль. Если я это заберу, на что ты будешь жить с твоей-то пенсией? Ну, ничего. В институт поступлю. Можно будет на работу вечернюю какую-нибудь устроиться. А в курортный сезон я к тебе приезжать буду. Вон рапанов наловлю, сувениров наделаю. Разбогатеем, бабуль. Господи, много ли мне старой надо? Давай, заканчивай свои художества. Все, будем обедать. Слушай, я такой борщ сварила. Да, мне что-то не хочется. Я пойду полежу, голова разболелась. Ну, возьми. Спасибо, спасибо. Ну, все. Меня дернул взяться за этот конкурс красоты. Я ведь так и знала. Ты понимаешь, я чувствовала, что обязательно какая-нибудь лажа будет. Что у тебя? Так, нормально. Тончик поплотнее. Леня, я ведь еще и Гузуну пообещала познакомить его с королевой красоты на банкете. Настоящая, говорю, королева будет. Ну где? Где мне взять теперь эту королеву? Эльвира Абдулаевна, по сценарию мы должны были Вике присудить первое место, верно? Да, да, да. Жюри у нас договоренность. Да. Значит, надо ее заменить. Вопрос только кем? Лень, ну хотя бы этой. Розовой.
Девочка в розовом платье, иди сюда. Не королева, конечно, но это лучше, чем отвечать перед спонсорами за срыв конкурса. Да. Валя? Юля. Меня Юля зовут. Ну, в общем так, Юля. Сейчас ты выйдешь вместо Вики под ее номер. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да. Значит, жюри я все утрясу. Вик, Викусенька, я таблеточки принесла. Примешь, сразу голова пройдет. Викусенька, спишь, да? И смотри, не подведи меня. Я не подведу вас, правда. Спасибо большое. Очень хорошо. Я все сделаю как надо. Здрасте, вам явление. Вик, ты что творишь? Ты нас чуть не подвела. Ладно, потом с тобой разберусь. Значит так, сейчас ты снимаешь платье, ты переодеваешься. Слава богу, ничего менять не нужно. Так, девочки, за мной, давайте. Давайте, быстренько, быстренько, давайте, давайте. Мне не нравится. Ты что, пришла? Ты же не собиралась. Юля, извини, пожалуйста. Это я из-за бабушки. Просто я не могу уехать учиться, а ее ни с чем оставить. Мне деньги на учебу нужны, понимаешь? А здесь, может быть, премию дадут. Не ври. Деньги здесь ни при чем. Ты ради Данилы пришла. Думаешь, я не видела, как ты ему глазки строила? Да мне даром не нужен, Юль. Так я тебе и поверила. Юль, ну мы ж подруги. Были. Были подругами. А теперь я видеть тебя не хочу. Не подходи ко мне. Так, девочки, заканчивайте все свои дела и быстренько на сцену, ясно? Да, да. Живо, живо! Отлично. О, Кир, глянь, конкурс красоты. Может, сходим, а? На девчонок поглазеем, все равно до банкет пару часов. Ну, я за. Только если будет скучно, уйду. Ой, да ладно тебе, там девки такие наверняка глаз не оторвать. Опаздываете? Ваши билетики, пожалуйста. Какие билеты? Нет-нет, ребят, без билетов нельзя. Покупайте билеты или уходите. Тебе деньги, что ли, нужны? Да какой? На! Я не жадный. Да как же вы? Как вам не стыдно? Мусор подбери. Как некрасиво-то, а? Здесь за тобой убирать некому. Чё? О, Господи! Ух, держите. Эти часто зубочистки растругают. Ты вообще знаешь, с кем разговариваешь, а? Я разговариваю с зажравшимся хамом, которому я сейчас сломаю руку, если он не уберет за собой и не извинится вот перед этой милой женщиной. Извините. Громче. Не слышу. Извините! Руку отпусти, больно! Ну, вот как-то так. Смотри, не порежься. Пошли, Сень. Пожалуйста. Спасибо. Че ты ржешь? На, иди купи билет. Можно? Посадайте. Спасибо. Мы продолжаем наш конкурс. Рапсодия любви и красоты. Богиня моря, жизни, солнечного края. Из волн на нашу сцену вышла ты. О, Афродита, воплощение рая. Девушки, прошу. С ума. Без тебя я не могу понять, как же ты могла сделать так, что лишь других не узнаю. А тебе бои скорее прилетай, я тебя так долго жду. Что не говори, я знаю, просто без тебя я пропадаю. Не нужны закаты и рассвет, моя любовь. Где ты, где ты, где ты? Слушай, ну это финиш. Девчонки все даже на 3 балла не тянут. Да ладно. Ну посмотри, это бы 30 кг скинуть. А это тощая, как в обу. Не прилетаешь. Все там за тебя, ты же знаешь, моя любовь. Где же ты, ты, ты? Где же ты, ты? Сень, по
Пойдем лучше кофе выпьем. Да подожди ты. Какой кофе? Нормальные девчонки вроде. А ты все кофе. Глянь, мать честная. Ты смотри, а? А ты кофе попить? Люди! 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 Люди добрые! Что вы хохочете? Это же прекратить надо! Это безобразие! Отойдите от нас! Мне конкурс пойдем отвалил. Отсюда вам! Хулиганка! Сама хулиганка! Принеси воды! Нет, трогайте нас! Меня спонсоры за вас на куски порвут! Да вы, да я на вас в милицию, в суд подам! Пусть я штрафую! Не повадно было! Не кричите, а ты иди вон отсюда! Не кричи! Ага. Учить она меня будет! И чтоб духу твоего здесь не было! Нет, это ж надо же сорвать мне конкурс! Ай-яй-яй, так кричать нужно и голосить. Отпустите меня вообще! А вам какое дело? Охрана! Почему посторонний? Потанцуем? Кирилл? Я не узнала, богатым будешь. Зато тебя сложно не узнать. Орешь так, что вся округа вянет, как в молодости. Спасибо. На старого человека ты зря накричала. Она тебе такой пиар сделала. Скандал — двигатель рекламы, ты же знаешь. Угу. А тебе, звезда наша, теперь не только будут приморски говорить, а во всем крае будут говорить. О, да. А вот ее ты должна не выгонять, а в ножки ей поклониться. Думаешь? Уверен. Вперед. В общем, вы простите меня, что я так накричала. Я не со зла, я в эмоциях. Ну и насчет суда погорячилась, конечно. Да ладно, чего уж там. Только Вика здесь останется. Бабуль. Платье пусть наденет хоть. Хорошо, наденет, наденет. Спасибо, бабуль. Внимание! Всем приготовиться к следующему выходу. Давайте, давайте, ты сама понимаешь, что ты делаешь. А ну как Данила подстережет тебя после. Мы здесь долго провозимся, ему ждать надоест, бабуль. А если что, то я могу кого-то попросить, чтобы меня проводили. Ну, главное, не переживай, все будет хорошо. Ну ладно, ладно. Приглашаем наших конкурсантов на сцену. Ну, с Богом. С Богом. Ну, беги. И, наконец, я объявляю главную победительницу нашего конкурса. Титул «Мисс Приморский» получает... Виктория Кравцова! Так, возьми самый большой букет, понял? Бегу. Ага. Давай быстрее. Хорошо. А вручить приз нашей королеве наш генеральный спонсор, директор прославленного винзавода Раду Маркович Гузун. Поздравляю! Спасибо. Королева. Пожалуйста, Раду Маркович. Нашей королеве, вот. И это тоже вам. Управление нашего винзавода. Салют и лично я. Поздравляем всех прекрасных девушек и нашу королеву красоты. Этот денежный приз мы вручаем нашей королеве.
Пусть он станет ступенькой той лестницы, взлетев по которой наша королева Приморского станет мисс Россия! Также я благодарю Эльвиру Абдулаевну, которая, благодаря которой случился этот прекрасный праздник. Спасибо большое. Надеюсь, я все получил. Это первый такой конкурс в нашем городе. Но уверен, не последний. Наш винзавод «Салют»... Жду тебя у входа. Обещаю тебе незабываемую ночь. Ведь в Приморском пока самые красивые девушки в России. И вообще, я считаю, что наш Приморский лучший город страны. Ну и напоследок я предлагаю еще раз поздравить королеву нашего города, мисс Приморский Викторию Кравцову. Пойдем, шапатку, так хочется. Это нехорошо. Данила, тебе мало? Решила москвича закадрить? А тебе это что? Ты же меня вроде видеть не хотела. Потрясен вашей красотой. Скажите, пожалуйста, у меня есть для вас деловое предложение. Вы не хотели бы сняться у нас в рекламе? Федор Алексеевич, человек просто неадекватно оценивает ситуацию и свое положение. Ты поговори с ним. Ты же мастер разрешать такие конфликты. Кулаев, он известный в городе человек, мужик очень серьезный. И к нему какой-то особый подход нужен. Людей много, всем платить надо. Просто боюсь, что дешево не получится. У тебя что, совсем кукушка поехала? Мы тебе мало платим, что ли? Спокойно, Семен. Федор Алексеевич всегда качественно нам помогал. Почему бы и нам не пойти ему навстречу? Получишь столько же, когда закончишь работу. Да, 300 раз да. Слушай, мне прям так и чешутся руки, чтобы ему по кумполу настучать. Да тихо ты, Сем, ну. Чу-чу-чу. Федор Алексеевич душка, просто он блюдет свои интересы. Ты красавица, понимаете? Душка. Минутку. Ты куда? Послушайте, весь мир будет у ваших... Ну, а я-то думал, куда моя невеста запропастилась. Крученин Кирилл Валентинович. У Гузона. Дорогая. Я по тебе соскучился. Да мы, собственно, уже и поговорили, а я вас наслышан. Очень приятно. Очень приятно познакомиться, да. Ну, не буду вам мешать. Всего хорошего. Теперь я узнала, как вас зовут. Давайте за это выпьем. Вику ждешь? А тебе чё? Ничего. Только она здесь не скоро появится. У нее теперь кавалер поинтереснее тебя нарисовался. Из Москвы. Бизнесмен. Чё ты гонишь, а? Женихом представляется. Слушай, ну если... Если Вики теперь нет, может быть, мы с тобой погуляем? Руки убрала. Вали отсюда! Что, непонятно, что ли? Вали, сказал! Давай, давай! Вы уж простите меня, что я... Назвался вашим женихом, просто это был самый короткий путь для того, чтобы избавить вас от навязчивого поклонника. Ну что вы, это я должна благодарить вас. За сегодняшний вечер вы меня уже второй раз спасаете. Нет, я просто не дал устроителям совершить непоправимую ошибку. Потому что только вы заслуживаете титул королева красоты. Спасибо. Спасибо. По-моему, Гузун возвращается. Как вы отнесетесь к тому, чтобы сбежать с этого скучного вечера? Давайте. Простите.
погуляем по ночному городу. Меня так дернуло, надо было видеть. Тихо, тихо, не тихо. Бойся. О, Митяй, ты глянь, какие люди, а? Фраерок, ты ничего не перепутал? Че, с билетов на мою бабу переключился? Не твоя баба. Постой здесь, пожалуйста. Короче, вали отсюда, пока я тебе ноги не переломал. Ну, ну ты попробуй. А? Не надо, я прошу вас. Не надо! Помогите кто-нибудь! Помогите! Помогите, пожалуйста, кто-нибудь! Кирилл! Данила, прекрати, прошу тебя! Данила! Мальчики, я прошу вас! Даня, Шустер! Прошу! Кирилл, не надо! Эй, валим, валим! Стоять! Кирилл! С тобой все в порядке? Девушка, отойдите! Пустите. Тихо, тихо. Я прошу вас, пожалуйста, спокойно. Пустите меня. Успокойтесь. Вань, ты представляешь? В кабинет, быстро! Что здесь? Напал. Тихо. На вашего... Спокойно. Гражданина Прохорова. В драке сам порезался. Да вы что говорите-то? Это неправда. Это ваш сынок с друзьями на нас первым накинулся. Кирилла ножом ранил. Я все, между прочим, видела. А до этого он ко мне приезжал, угрожал, что увезет. Кирилл ни в чем не виноват, вы ему хотя бы руку перевяжите, не видите, у него кровь. Уведите ее. Пройдемте, я никуда не уйду, девушка. Я свидетель, вы не Пройдемте. Имеете права. С девушкой, поосторожнее. Открой. Пусти, я прошу вас. Что, сильно зацепил? Ой, прости дурака моего, он не в курсах, на кого руку поднял. Дурак молодой. Да я не в претензии. А сынок я заводного, весь папаша. Спасибо, Кирилл Валентинович. Насчет Кулаева не переживай. Все сделаем быстро и надлежащим образом. Я жду. А сыну сейчас уши надеру. Навсегда запомнит. Я сейчас знаю! Бать, за что? За что? Ты понимаешь, что за этот нож тебя по статье могут раскатать? И девка эта Вика вон за тебя утверждает. Ха. Вот тварь, а. Ничего, встретимся, попрыгают они. А ну-ка, цыц, недоумок, сядь! Чтобы Кирилла и Вику, девку эту, из головы выкинул. Ты понял меня? А теперь слушай меня внимательно. У тебя есть два пути. Или ты бросаешь эти пьянки, гулянки, устраиваешься на работу, или по статье идешь. Я не знаю, может быть, хотя бы в тюрьме ума наберешься. Бать, ты что, сына родного посадишь? Это вот когда родной сын пьяным по дорогам рассекает на машине, когда вот отца позорит. Да тебя не то что... Знаешь так... Я машину забираю. Если не исправишься, вообще не получишь. Все! Давай, сынок. Давай, у тебя есть выбор. Ну ты, бать, гайки закрутил. Мы ж с пацанами просто пошутили, попугать хотели. А насчет работы? Ну, пойду, куда скажешь. Бать, ну прости меня, бать. Горе ты мое луковое. Бать, покойница избаловала тебя. Мне все было некогда, некогда. Ладно, все, иди сюда. Мне работать надо. Только Кирилла гнида та еще. Ты Кирилла десятой дорогой обходи. Это очень опасный человек. Вик, ну что вы так с ней возитесь? Это ж царапина. На мне все как на собаке заживает. Сидите спокойно и не мешайте.
Рана кровита и может воспалиться. Как это вам вырваться удалось? У Прохорова все кругом виноваты, кроме его сыночка. Это вы моя спасительница. Вы же свидетельница. Ну вот, они испугались и чистосердечно признались. Я их простил, не стал писать на Данилу заявление в милицию, но обещаю, он к вам больше не подойдет. Благородно с вашей стороны. Только не стоит он того. Чего вы улыбаетесь? Ну, приятно, вы ухаживаете за мной. Защищаете. Может, давай на «ты» перейдем? Так как мы уже кровью повязаны, м? Давай, те. Давай. Ну, вроде все готово. Можно идти. Ты где живешь? Я? На Слободке. Это если налево повернуть, потом спуститься. А я знаю. Я сам недалеко оттуда вырос. На Кошарах. Да ты что? Рядом железная дорога, где пацаны под электричку ложатся. На спор. Характер проверяют. Как? А разве вот вы… Так. Ой, то есть ты не из Москвы? Теперь я столичная штучка. А родом я отсюда, как и Семен. Надо же. Да, мы вместе здесь выросли. Давно дружим. Вместе в Москву перебрались. Давно, правда, это было. Вот здесь я и живу с бабушкой. Ну, мне пора. Подожди. Ты знаешь, здесь недалеко есть прекрасная бухта. Мы с Семеном завтра собираемся поехать туда на рыбалку. Ты не хочешь с нами прокатиться на яхте завтра? Можно? Ой, у тебя пальцы в зеленке. Знаешь, а мне приятно было сегодня называть тебя своей невестой. Ну ладно, я пойду. Пока. Бабушка, а ты чего не спишь-то? Дожидалась. Волновалась. А тебя, видно, солидный кавалер провожал. Бабушка. Не торопись. Не торопись, девка. Надо выучиться сначала. Профессию получить. Вон родители твои институт сначала закончили, самостоятельными стали, потом только поженились. А любовь, она не пройдет мимо, если настоящая. А к этому принцу твоему залетному надо еще приглядеться повнимательнее. Кирилл. Его зовут Кирилл. Зачем тебе эта школьница? Я говорю, зачем тебе эта школьница? Что, в Москве взрослых баб нормальных не хватает, да? Да пошли они со своим опытом в чужих постелях и интересом к моему банковскому счету. Я всегда такую искал, чистую и непорочную. Из нее, как из пластилина, можно правильную жену под себя слепить. Хороша. Слушай, Сень. Мы как в бухту придем, ты свали куда-нибудь. Ну, мол, дела. Ну, придумай что-нибудь. Давай руку, осторожнее. Я к вам позже присоединюсь!
Совсем забыл, мне надо позвонить по срочному делу, а тут телефон совсем не ловит. Так что отдыхайте, а я скоро. Да, и поесть что-нибудь приготовь. Ладно, давай! Пойдем обустраиваться. Как тебе тут? Нравится? Идем. Так. Осторожнее. Там опасно. Или ты трусишь? Трусишь, трусишь. Вика, постой, не надо. Вика, трусишь, не ходи туда, трусишь. Там опасно. Вика! Ну что ты будешь делать? Вика, послушай меня. Не ходи туда. Смотри, как там красиво. Не ходи, там опасно, Вик. Не делай так больше, никогда. Здравствуйте. Здрасте. Ну что, не пришла еще? Да не переживай ты так, вернется. Выросла твоя девка, привыкай. Слушай, а пойдем я тебе погадаю на нее. Все, что было, все, что будет, все о ней узнаем. А пойдем. Вот это да! Я всегда попадаю в цель. Хочешь попробовать? Это что, у меня не получится так? На. Не-не-не, у меня не получится. Спасибо. Слушай, а когда Семен приплывет? А то уже скоро вечер, а я бабушку не предупредила, что надолго уеду. Ну, я думаю, он задерживается из-за дела. Ты не переживай, как только он приедет, мы с тобой сразу же отправимся в Приморский. Договорились? Хорошо. А сейчас пойдем покушаем. Кстати, в этом шалаше мы всегда ночуем, когда приезжаем сюда на рыбалку. Смотри, как мы здесь все обустроили. Красота. Ух ты. Можно спросить? А ты почему с бабушкой живешь, а не с родителями? Их нет. В автобус, где они ехали, самосвал врезался. Все выжили, а они... Ну, я тогда еще маленькая была. Но хорошо их помню. Они очень любили друг друга. Хотели много детей. Не успели. Они очень любили путешествовать. Даже медовый месяц в поезде провели, представляешь? Мне кажется, это очень романтично. Я тоже хочу семью, как у них. Ну, а пока ее нет, поступлю в педагогический. Буду всегда среди детей. И как мама преподавать английский. Почему ты так смотришь? Я ведь тоже сирота. Мои при пожаре погибли. Давай выпьем за нас. Я когда сюда ехал, я даже не предполагал, что я тебя встречу. К семье я тоже отношусь серьезно, так чтобы надолго, так чтобы много детей. Почему сам пока не женат? Наверное, пока еще не встретил ту единственную.
Хотя сейчас мне кажется, что я ее встретил. Поспи. Тебе отдохнуть нужно. Карта. Прости. Ну, в то же время жизнь идет, и карта, глядишь, поменяется.